тропинка на озеро Маричейка. 3 километра по ровной дороге и 6 километров подъема в гору. Нам осталось примерно 1,5 километра до озера Маричейка. Будем там отдыхать и кушать наконец-то. Мы с Натальей, второй день, с Натальей идем на гору Пип-Иван. Идет небольшой дождь, как мы только вышли, но был гораздо попозже, мы так чуть-чуть намокли. Но будет видно, что там. Обсерватория Белый Слон. Мы сюда дошли, очень трудно, так чуть-чуть тяжело, очень устали. Стоим в облаках. Третий день, не скажу сколько времени. Мы выдвигаемся потихонечку с озера Несамовито. Да. Мы когда вчера сюда пришли, был сильный ветер, еле распалили нашу печку, сделали гороховый суп, выпили по 50 грамм коньяка, чтобы согреться, потому что долго шли, нас так догоняла туча дождевая. Ну, в итоге пришли, дождя не было, но ветер был такой достаточно сильный. Ну, вроде все. Спускаемся с Туркула. Вот там вот гора Гаверла. Написано, что 6 километров, но прошли где-то метров уже 900. Вот. Написано, что за 2,5 часа должны туда дойти. Тропиночка наша, откуда мы шли. Это большая, наверное, самая высокая гора, из-за нее мы вышли. Сделали 4 горбочка, вот таких небольших, по 1900. Вот, сейчас мы на... Гора Гаверла, 2051 метр, Наталья Пропоронос. Жарим лук с салом в нашей печечке и разогреваем воду под кашу. Ночевали под Гаверлой, сейчас идем в сторону Лазищины на Казинский. Наташа рушит лес и боится таких попил. Наташа вчера коньяк пил и боится пил. После 3 часов мы наконец-то спустились. Непонятно куда, непонятно. Будь реалистом, мечтая о невозможном. Будь реалистом, мечтая о невозможном. Будь реалистом, мечтая о невозможном. Приказ, Эрнесто, вставай, срочно. Будь реалистом, мечтая о невозможном. Требу, сражайся, бороться несложно. Будь реалистом, мечтая о невозможном. Приказ, Эрнесто, вставай, срочно. Приказ, Эрнесто. Приказ.
нагревается костерчик, разжигается.